В результате солнечного затмения при приготовлении завтрака на стене образовались слегка незначительные пятнышки. Почему они возникли, я вам только что объясню. А в целом я хочу сказать, что то место, где сейчас находится Леонардо Ионович, принадлежит лучшему месту города Мукачево. Специалисты, которые здесь работали, сделали за 4 месяца грандиозную работу. И самое интересное, что вот адрес, где можно будет не только приобретать, а даже со скидкой покупать нужные медикаменты и дополнительные зеленка и все остальное, потому что это уже 12-я аптека, где производится тщательная, регулярная, интенсивная работа. Сделано по европейскому уровню. Это город Мукачево, зеленый базар. Если не верите, ну почему вы не верите? Вы же доверяете мне. Всего наилучшего, спасибо. Берегите свое здоровье и свою жизнь.